Вы попали на канал Димоник, и это уже вторая по счету серия гайды по покет-коду. В этой части я вам покажу, как создать свой собственный кликер. Начнем. Давайте начнем с самого геймплея. Над менюшкой потом. Создаю самый обычный фон и добавляю кнопку. Самую обыкновенную кнопку. Она у меня будет голубая. Пусть она будет такой. Теперь что мы делаем? Называю ее кнопка. И все. Так вот наша кнопочка. Теперь при нажатии задать размер 150, ждать 0.2 секунды, задать размер 100. У нас кнопочка будет подпрыгивать, но слишком медленно как-то. Сейчас добавлю 0.01. Теперь она вообще не прыгает. Надо добавить 0.05, что ли. Да, вот. Ну, сейчас сделаю еще побыстрее кнопочку. Ой. Ну, чтобы тут было семерочка. Теперь вот, да, кнопочка работает. Теперь перейдем к самой механике. При старте данные показать переменную. И стоп, что? Я правильно сделал? Присвоить? А, нет. Все правильно сделал. Так, показать переменную. Я ее назову деньги. Денежка. Теперь я выбираю цвет белый. Теперь выбираю, где будет само число. И события при нажатии. Данные. Присвоить переменной 1. Теперь смотрим. И так, погодите. Ну, 1-то присвоилось. Вечно. Так, погодите, я что-то забыл. Так, изменить значение переменной. Так, надо при старте сделать. При старте. Вот так вот должно быть. Да, вот. Кликер работает. Теперь вместо этого мы добавляем нолик. Теперь наш кликер готов. И можно еще модифицировать его. Так, я модифицирую просто купюркой монет. Сделаю вот так вот. Где доллар? Пусть будет доллар. Все. Доллар. Теперь вот сюда надо поставить. Теперь при нажатии у нас появляется баблишко. Это был мой второй гайд, как создать свой кликер в покет-код. Если
Если я сейчас выложу это на YouTube и сейчас пойду снимать следующую, секретную. А так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пока!